Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Ямира Ванармина, и я занимаюсь изготовлением украшений уже, наверное, около 2 лет. Начинала я с изготовления кружева ручной работы, и потихоньку это все трансформируется в ювелирное искусство, ну, я так надеюсь. На данный момент я занимаюсь изготовлением украшений из меди и латуни, из металлов, и при помощи натуральных камней. Нармина, я вас встречал раньше на разных ярмарках. По-моему, в Копперхаусе и Серплазе, да? Да, в Копперхаусе и Серплазе тоже, где все наши мастера. То есть у вас уже достаточно опыта? А? Опыта достаточно. Ну да, можно сказать. Можешь показать свои работы? Работы вот. Сейчас. Хорошо, крупным планом. Люблю крупный план. Это из латуни. Хорошо. Вот еще есть. Так, прекрасно. Это медь. Хорошо. Нармина, понимаете, что за работа? Это кулон из медной проволоки, да, и керамических кабошонов со стеклянной глазурью. Вот, на медной цепочке, такой вот тонкий, в технике плетения, проволочного плетения. Нармирхан, есть спрос на ваши работы? Я заметила, что в основном спрос на мои работы у людей, которые предпочитают более экстравагантные вещи, необычные. Но этих людей на самом деле не очень много, но тем не менее спрос есть. Хорошо. Нармирхан, наш журнал называется «Таныш Олак», то есть будем знакомы. Расскажите о себе. Мне 20 лет, я учусь в Академии художеств, заканчиваю. Мне всегда хотелось заниматься ручным каким-то трудом, потому что, не знаю, это для меня представляет наибольший интерес делать что-то своими руками и из ничего что-то создавать. Вот, я планирую перерегистрироваться в ювелира. В ближайшее время я всегда над этим работаю. Кто ваши педагоги? На самом деле, все, что я вам показала сейчас, этому всему я научилась сама. Так что конкретно в этом педагогов у меня нет. А в учебном заведении? В учебном заведении... Одна из учителей, одна из моих педагогов, которым я очень восхищаюсь, это учитель по живописи Наиля Ханова. Хорошо. Она очень вдохновляет меня и вообще всех людей, которые вместе со мной учатся. Она известный достаточно художник у нас. И выставляется часто в разных выставках. Дальнейшие планы? Дальнейшие планы – это переквалифицироваться в ювелир и продолжать вот это все. Спасибо, Нармина Ханам, удачи вам! Спасибо большое!